Жители города Барнаула прекрасно знают переулок Ядринцево. Те, кто иногда бывает на Нагорном, в Нагорном парке или на Нагорном кладбище, которым оно было изначально, видели могилу Николая Михайловича Ядринцева. Но мало кто знает, что эта могила многострадальная, потому что с приходом советской власти этот могильный комплекс, поставленный в начале 20 века, снесли. А потом, опять же, по распоряжению партии правительства, вот этому великому просветителю, первому интеллигенту Сибири, культурному герою, снова поставили памятник, случилась перестройка, голову искателя металлов срубили еще раз, считая, что бюст сделан из меди, из бронзы, из каких-то цветных металлов. И когда могилу восстановили в третий раз и поставили снова туда бюст и покрасили его серебряной краской, снова Николая Михайловича порубили. И вот такая странная судьба у этого великого человека, который сделал огромное количество добрых дел для Сибири, почему-то в городе Барнауле ждала. Ну а теперь давайте разберемся, кто он такой и для чего он нам с вами нужен. Потому что, передвигаясь по переулку Ядринцева, именно по переулку, а не по улице, так указано в дубль ГИСе во всех картах, мы часто не фиксируем и не понимаем, о ком идет речь. Это человек, который основной своей задачей поставил формирование территории, на которой бесконечно комфортно будет жить людям с Алтайского края, с Кемеровской области, с Новосибирска, с Читы и так далее, так далее, так далее. А чтобы на этой территории было жить комфортно, необходимо было соблюсти множество условий. И первое условие, которое для себя поставил Николай Михайлович вместе со своим другом Григорием Николаевичем Потаниным, это воспитание сибирского интеллигента, человек, который получил высшее образование, человек, который говорит на языках, человек, который читает книги, и человек, который несет культуру. А для того, чтобы такие люди появились в Сибири, нужно было срочно открыть собственный Зауральский сибирский университет. До 1888 года на территории Сибири не было ни одного университета. Почему родилась такая идея? Потому что в 1860 году зараженный своим приятелем, гимназическим учителем, не закончивший в Санкт-Петербургский университет, Николай Михайлович вместе с матушкой сбежал в нашу культурную столицу, в нашу Северную Пальмиру. И когда он оказался в Санкт-Петербургском университете, а это золотые времена, это время, когда университет был центром мира, когда туда приезжали и военные, и аристократы, и у входа на крыльце университета можно было встретить и больших государственных сановников. Вот в это время Ядринцев оказывается на естественно-научном факультете в качестве вольного слушателя. Но задача не только в том, чтобы получить знания и слушать выдающиеся лекции большой профессуры, а задача в том, чтобы жить в определенном круге. И так получилось, что была собрана сибирская диаспора, куда вошли и военные офицеры, и люди, получающие духовное образование, и люди, обучающиеся в университетах, и люди, которые будут учителями. И они, объединившись в одной из санкт-петербургских квартир, и собираясь там на разного рода молодежные праздники, сегодня бы сказали «яркая пати», где позволяли себе легкие спиртные напитки, и сложные споры, и издания разного рода рукописных газет, все они, объединившись, говорили, наша основная задача не остаться в столицах, не остаться в Центральной России, а уехать себе на родину для того, чтобы нести культуру. Через короткое время начались волнения, и не закончив даже два курса естественно-научных факультетов, Ядринцев вынужден был вернуться в Омск, где работал учителем, где писал, пробовал писать для разных газет и пытался реализовать. Очередное восстание случилось в Польше, стали закручивать гайки, и по странному стечению обстоятельств, а именно странное стечение обстоятельств здесь следует упомянуть. Почему? Потому что оснований для возбуждения большого уголовного процесса и ареста более 100 молодых людей не было. Но их обвинили в сепаратизме, что они хотят отсоединить Сибирь по примеру североамериканских штатов и, в общем, делают все для того, чтобы разрушить целостность Российской империи. И вот почти следующих без малого 8-10 лет жизни Ядринцев находился в заключении, в ссылке, и в течение долгого времени его сослали из Сибири ссылать куда только на север, в Архангельск и маленький город Шенкурск. И тут началось служение Ядринцева, потому что он приложил гигантское количество усилий для того, чтобы просвещать людей. У него три главных книги.
Я вам для первого знакомства с наследием Ядринцева Николая Михайловича настоятельно рекомендую книгу «Сибирская община на каторге и в ссылке». Это вот 8 лет наблюдений изнутри, кто идет по этапу, что они едят, во что они одеты. И основной пафос этой книги в том, что штрафная колонизация Сибири, а ссылали же в Сибирь, она разрушительна, потому что по экономическим составляющим это невыгодно. Крестьяне, которые живут на территории сибирских регионов, они вынуждены выполнять разного рода повинности, предоставлять транспорт, предоставлять еду и прочее, прочее, прочее. И третье, большинство вот этих ссыльных людей, они остаются там. И это не лучшие люди, потому что декабристов было очень немного, и все это случилось много раньше. А вот тех людей, которые являлись преступниками, убийцами, насильниками и так далее, их было очень-очень много. И они постепенно формировали население Сибири как явление, как территории материка. Поэтому это было разрушительно, и Ядринцев объясняет, давай портреты, давай характеристики, давай статистические таблицы, что это абсолютно неправильно. Потом он получил разрешение вернуться в столицу, начал писать для Нижнекамской газеты, прославился как великолепный публицист, который в каждой второй своей статье писал: «России нужен университет, Сибири нужен университет». Нашел замечательного Николая Геннадьевича Казнакова, который был губернатором Западной Сибири. Договорились, убедил его, заразил своими идеями, и идею создания университета пробили. И в 1888 году, 22 июля, в городе Томске был открыт знаменитый императорский университет, который сегодня мы знаем как ТГУ, Томский государственный университет. И вот это была великая победа Ядринцева и не его одного. Почему? Потому что сначала два факультета, медицинский и юридический, потом еще дополнительные факультеты, и начала появляться своя собственная сибирская интеллигенция. Он пишет свой главный труд, который называется «Сибирь как колония». Два тома. Эта книга вышла к юбилею освоения Сибири, когда Ермак 300 лет назад взял город Искир. С этого момента считается, что русские вошли в Сибирь. И эта книга удивительна. Почему? Потому что ты ее читаешь, написана она в конце 19 века, 80-е, 90-е годы, были два издания разных с дополнениями, но складывается ощущение, что мы совершенно не изменились. Получается, что из Сибири вывозят самое ценное сырье, это нефть, это уголь, это алмазы, это лес, это прочее, 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 а обратно дают разного рода товары, которые не стоят тех денег, которые переправляют в колонию. Из Сибири уезжают лучшие культурные герои для того, чтобы получать образование и оставаться в Центральной России или где-то в прекрасном далеко, а обратно возвращаются единицы. Ну и плюс штрафная колонизация, о которой я говорил, и которая во многом благодаря книгам Ядринцева, статьям Ядринцева была отменена, и Сибирь приобрела те черты, которые имеет сегодняшний день. Через два дня после открытия Томского университета главное детище Николая Михайловича Ядринцева, газета «Восточное обозрение», опубликовала совершенно панегирический материал о том, как славно, что появился университет. И в этом же номере появились материалы о том, что умерла верная соратница, жена, мать его троих детей, Аделаида Федоровна Ядринцева. И для Николая Михайловича это был безумный удар. Потому что тот же Григорий Николаевич, который дружил с ним почти 25 лет, говорил о том, что глаза потускнели, плечи пошли вовнутрь. И вот тот фронтоватый, фееричный Николай Михайлович, который мог за день поменять три разных галстуха и душился разными ароматизаторами, и везде производил определенный фурор не только как культурный герой, но и как яркий мужчина. Вот он просто истерся, нивелировался и стал исчезать. И тогда Потанин сказал: тебе нужно ехать в экспедицию в Монголию. И вот дальше для меня до сих пор загадка, и вот сейчас мы с коллегами, с Вячеславом Яковлевичем Должиковым и Александром Викторовичем Головиновым заканчиваем книгу биографии Ядринцева, для меня загадка, как 1500 километров на конях можно было пройти за 50 дней и открыть при этом столицу Чингисхана и столицу Каракорум. Два больших памятника.
Многие европейские, многие русские, многие азиатские ученые пытались это сделать, никому не удалось, за исключением Ядринцева. Я даже на калькуляторе пробивал и видел, что в день надо было пройти на конях 30-35 километров, сделать какие-то небольшие раскопы, потратить время на определенное общежитие. И это занимало большое количество времени, при этом на науке не оставалось времени. Но тут произошло научное чудо, и с этой минуты, с этого момента, когда появились первые научные статьи об открытии ставки Чингисхана, о знаменитой столице Каракорум, Ядринцев стал мировым ученым. Потому что до него это не делал никто, ни Марко Поло, ни целый ряд других исследователей. Почему? Потому что это огромное открытие. Ну и, наконец, в конце жизни Ядринцев пишет книгу после многочисленных своих этнографических путешествий, после путешествий в рамках Российского географического общества, Русского географического общества. Эта книга называется «Сибирские народцы. Их быт, состояние». Длинное название, где он дает этнические портреты многочисленных коренных народов Сибири. И вот если мы в сухом остатке посмотрим, что помимо литературы, научных откровений, двухтомника Ядринцева дошло до нас, то получится, что его основная задача заключалась в том, развивать Сибирь повсеместно. В Иркутск он принес издание «Восточного обозрения», газета впоследствии базировалась там. В Томске он открыл университет, ну или прикладывал гигантские усилия, чтобы открыть университет. Разумеется, не он один это делал. В Алтайском крае, в Алтайской губернии тогда открыли статистический центр, который занимался определенными первыми шагами в направлении этой науки. В Омске открыли отделение Русского географического общества. В Тюмени начинается действие его романа «Тайжане». И, в общем, получается, вся Сибирь была родиной. И вся Сибирь давала такую энергию, такую возможность, что Ядринцев ощущал себя абсолютно счастливым человеком. Я создам интригу в сегодняшней лекции, не сказав, как уходит из жизни Николай Михайлович Ядринцев, а делает он именно в Барнауле, знает всю Сибирь, объездил всю Сибирь, с ссыльными прошел большую часть Сибири, а решил завершить свою жизнь именно в Барнауле. Если вам это очень интересно, я вас отсылаю к книжке Ивана Павловича Кудинова, к небольшой повести «Последняя любовь Николая Ядринцева». Найдите, она в интернете есть, и вы получите удовольствие, для вас этот человек станет не чужим.